Всем привет! Пытаюсь вернуться на канал из-за того, что нет возможности периодически снимать. Это очень тяжело. Я, конечно, пыталась пробовать неоднократно, но у меня не получалось. А сегодня получилось. Сегодня у меня все получилось, слава богу. Загруженность большая. Я как летом ушла на новую работу и до сих пор никак не привыкну. Тут еще график немножко сдвинулся. Там нас топили соседи. Много интересного было, пока меня тут не было. Сейчас у меня ужин. Я наконец-то вкусно ем. На работе не всегда получалось питаться правильно. То есть не успевала приготовить, то еще что-нибудь. Но не столь важно. В общем, вес у меня 198. И 5, то 99 и 8. Прыгает туда-сюда. Ничего страшного, я подключила опять качалку. Хожу к тренеру на тренировке. У меня все хорошо. Самое главное, не набрать обратно то, что скинула. Это самое главное. На завтрак у меня яишенка с помидорами. Тут у меня 2 белка и 1 целое яйцо. 1 помидор. Хлебец и, забываю вечно, как они называются, бедро жареное без кожи, то есть белки, углеводы, жиры, все есть. И кофе с молоком. Вот такой у меня сегодня завтрак. Время второго приема пищи. Буду есть салат, огурцы, помидоры, горчичное масло и гречка с говяжьей печенкой в сметанном соусе. На обед чечевичный суп. Сыром и копченостями. И 4 колечка съем огурчик. Время ужина. Буду есть салат из пекинской капусты, огурца, зеленого лука и петрушки. Немножко горчичного маслечка. Все перемешала, посолила и готово. И также у меня будет красная рыба, горбуша. Здесь 83 грамма. Такая вкуснота на ужин. Жарила я на кокосовом масле. Буду признательна вашей поддержке. Рада буду всех видеть, слышать. Худеете вкусно и легко. Всем пока.